Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 2.4 включить резервное копирование Google. Заходим в настройки, опускаемся в самый низ, нажимаем Google, после чего нажимаем резервное копирование, загружать на Google диск, нажимаем аккаунт, ОК. И как вы видите, все готово, помимо Google Фото. Нажимаем на Google Фото, включаем автозагрузку. Еще раз нажимаем включить автозагрузку. Выбираем высокое качество, либо исходное качество. После чего переходим обратно в Google резервное копирование. И теперь все работает. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!